Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Нимфа Салмакида и гермафродит Франсуа Йозеф Навес. 1829 год, холст масла. 194/148. Сюжет картины основан на одной из глав «Метаморфоз Овидия». Прекрасный юноша гермафродит путешествовал по родной Карии и увидела нимфа Салмакида и с первого взгляда влюбилась. Когда герой купался в источнике, в котором жила Салмакида, она прильнула к нему и обратилась к богам с просьбой навеки соединить их. Олимпийцы выполнили его желание, и они слились в одно целое. С тех пор гермафродитами стали называть двуполые тела. Мастер изображает нимфу и объект ее любви незадолго до превращения. Сдержанный жест юноши и страстное объятие увлеченной нимфы представляют собой подобие элегантных балетных поз. Художник выстраивает нагие тела по всем канонам классицизма, представляя зрителю идеальные фигуры полубожественных созданий. Легенда о гермафродите была излюбленной темой не только живописцев, но также скульпторов и поэтов. Вот такое описание картины Франсуа Йозеф Навес «Нимфа, Салмакида и гермафродит». Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».